Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, и я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. И сегодня я хочу поговорить на очень трепещущую тему. Что же делать, чтобы к вам в бизнес приходили только активные партнеры? Итак, первая, самая важная часть – это правильное позиционирование себя и бизнеса MLM в принципе на рынке и для других людей. Что это означает? Вы должны в первую очередь уважать себя, любить и уважать этот бизнес, потому что этот бизнес сейчас модный, популярный, он приносит огромнейшие доходы. Да, вы знаете очень много примеров богатых людей, которые именно в этом бизнесе. Поэтому, когда человек не хочет идти к вам в бизнес, пожалуйста, никогда не настаивайте, не надо тянуть всех за уши. Во-первых, есть такая категория людей, которые любят быть в роли жертвы. Что это означает? Им нравится работать за 10-20 тысяч рублей. Причем им нравится подсознательно. На самом деле они всем рассказывают, какие они бедные и несчастные, что государство плохое, что президент плохой, что правительство плохое и так далее и тому подобное. Они просто любят проводить свои вечера, а то и дни за сериалами, ходить на ненавистную работу, получать копейки и жаловаться. Да, он будет тебе жаловаться. И ты подумаешь, что очень срочно тебе нужно затащить его в этот бизнес. И начнешь приводить ему всякие доводы, начнешь практически заставлять его это сделать. Поверь, не стоит этого делать. Человек сам выбрал свою жизнь. Поэтому зови в свой бизнес только тех партнеров, с которыми действительно тебе будет комфортно общаться. И не нужно звать всех подряд. Уважай себя, уважай бизнес. И пусть люди сами приходят к тебе. Создай такую ситуацию, чтобы ты притягивал людей как магнит. Второй пункт, который мы с моим мужем назвали Сусанин. Сейчас объясню почему. Большая ошибка многих людей, когда они зовут в бизнес человека и бросают его на произвол судьбы, да, то есть заводят его в дебри этого бизнеса, кидают его в общие чаты и перестают с ним общаться, перестают с ним работать. То есть не дают ему ни пошаговую школу, ни каких-то видеоинструкций, не звонят ему, не пишут. Также они ошибочно общаются только текстом. Поверьте, лучше всегда пообщаться голосом, позвонить человеку, познакомиться, выяснить его потребности, подружиться с ним. Также есть классная функция голосовых сообщений, потому что когда человек читает сухой текст, вы не можете донести ему своих эмоций. Но когда вы с ним поговорите, когда он услышит тембр вашего голоса, вы передадите ему эмоции. Ведь бизнес – это, по сути, продажа эмоций, а не какого-то товара или услуги. Тогда этот человек с удовольствием будет вашим партнером. Сопровождайте, пожалуйста, грамотно вашего новичка. Третий момент. Подготовьте обязательно рабочие инструменты. Что я имею в виду? Очень многие приглашают человека в бизнес, и у него нет какой-то пошаговости, нет пошаговой обучающей системы. Нет каких-то вебинаров, которые он сам лично записывал, да? То есть он сует человеку только вебинары от компании, например. Вот все, что у меня есть. Или какие-то чужие вебинары. Это большая ошибка. Если вы хотите стать лидером, создать большую команду, пожалуйста, введите его в пошаговую систему и давайте ему уроки, частично которые записаны именно вами. Это будет очень круто и поднимет вас в глазах каждого вашего человека и вашей команды. Четвертый момент. Чтобы партнер стал действительно активным, ему нужно объяснить значение этого бизнеса, что здесь все основано на товарообороте, что здесь в основном все основано на твоем личном товарообороте, ЛТО. Когда человек приходит в бизнес, объясните ему, пожалуйста, что вход в бизнес – это твой ЛТО. По сути, ты не вкладываешь деньги, по сути, ты в принципе покупаешь те же товары, которые ты покупал и ранее, но только с огромной скидкой и с большим количеством подарков. Плюс ты еще зарабатываешь деньги, и это твоя возможность стать богатым, состоятельным человеком, получить автомобиль, квартиру, путешествие. Поэтому сразу говорите об этом, что ЛТО – это вход в бизнес. Если человека это не устраивает, не тратьте, пожалуйста, на него время.
Вы будете тратить его время, свое время. Он будет приглашать людей, которым он также не будет объяснять значение ЛТО. И это будет просто перепись населения. Если человек не готов элементарно сделать свой личный товарооборот, он не готов к большому бизнесу, поверьте. И не нужно выдавать ему всю обучающую информацию, давать человеку кучу своего времени, он это просто не будет ценить, потому что он ничего не вложил. Он не вложил даже элементарно своей энергии, чтобы собрать свой собственный личный товарооборот. Поэтому не тратьте время на таких людей и правильно объясняйте суть и значение бизнеса. Вы знаете, у меня очень много таких примеров, конкретно в моей команде, когда приходил человек и не делал ЛТО или не делал каких-то действий, которым я обучала. И вы знаете, рано или поздно он все равно начинал это делать, но я обратила внимание, как круто срабатывает дубликация. К этому человеку, точнее к этим людям, приходили точно такие же люди, которые тоже не хотели делать ЛТО, которые тоже не хотели слушать то, что им говорит наставник, и совершали те же ошибки, а время шло, и они бы могли бы намного быстрее вырасти. Поэтому помните, что процесс дубликации в бизнесе, он срабатывает очень круто, особенно в сетевом бизнесе. Не допускайте ошибок с самого начала. Пятый очень важный пункт. Нужно быть полезным и быть интересным для аудитории. Опять же, мы возвращаемся к позиционированию, да? То есть ты должен транслировать себя. Обязательно делай полезный контент, пиши красивые посты, выноси свои мысли наружу, выноси свою экспертность наружу. Делай красочные фотографии, показывай свою внешнюю красоту, свою семью, свою закулисную, скажем так, в кавычках, жизнь. Обязательно снимай сторис и прямые эфиры. Людям очень нравится видеть тебя живого, видеть твою экспертность, потому что именно в сторис, в вебинарах, в различных видео ты можешь показать свою экспертность. Ведь активные партнеры пойдут именно к такому человеку, который интересен и экспертен. Поэтому просто показывай себя, просто позиционируй себя правильно, просто тусуйся и рисуйся везде, особенно если ты строишь свой бизнес онлайн и к тебе придут такие же активные и интересные люди. Итак, если это видео вам было полезно на такую очень нужную тематику, как получить свою команду только активных партнеров, то обязательно применяйте то, о чем я вам рассказала. Покажите своим партнерам, чтобы они тоже с самого начала не совершали ошибки. Если вам понравилось видео, то ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь обязательно на мой канал, потому что будет очень много крутых, свежих видео, самых актуальнейших, на самые актуальные темы. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. Пишите в комментах ваши вопросы, я обязательно вам отвечу. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока!